вот одну новость еще давно-давно-давно, где-то в январе или в декабре, то, что ты согласна работать в спектакле. Я сказала «да». В марте мы уже пошли на эти репетиции. Ну, много чего запомнилось, конечно. Сцены надо было запомнить, текст, это все надо запоминать. Ну, мы утром просыпаемся, там делаем все дела, и в какое-то свободное время можем повторить только текст. Если на репетициях, то, конечно, там все надо повторять. И тексты, и сцены, и все вот эти вот как бы... хождения вот эти вот. Все элементы нужно же ведь это все запомнить. Приглашаем всех на спектакль на последний срок.